Так, все было срочно, отмена спагетти. Он спрашивает, а соус есть для спагетти? Я говорю, так я сама сделаю, говорю, к рыбе. Он говорит, нет. Если нету специального соуса, я не буду есть длинную лапшу. Блин, опять эти макароны с сыром. Любимые американские. Но мне-то все равно, я салат с рыбой буду. Поэтому отдельно сейчас ее пожарю. Так, передержала. Не надо, так не надо. Вот начало есть. Сейчас покажу картинки, что я хочу сделать. Потом вот эти кусты сейчас уберем. Я думала, они вообще их сложно убирать. Взяла вот так вот. Представляете, приподняла, а они тут просто лежат на земле. Представляете, у них корень-то маленький. И поэтому их нечего делать убрать. Вон что, смотрите. Вот. Поэтому мы их сейчас срежем. И от этой ерунды следа не останется. Такие страшные они. Вон, видите, вот. Корень-то вот он. А они все распластались просто. Фу. Все проходят, спрашивают, сколько стоит эта трава. Хоть объявление вешай. Знаете, постоянно. Одно и то же. Каждый раз. Вот честно сказать, вот эти камни, которые раз я перекладываю, я уже не знаю. Раз четвертый, наверное, за 7 лет. Они где-то там лежали. Потом вот это я сложила. Это в первый год. Потом вот сюда я их переложила. Потом я уже говорю мужу, давай выкинем их. Жалко стало, кто-то ведь их привозил. Столько делают всяких красивых вещей из камней, а мы выбрасывать будем. И вот потом Рик там что-то навыкладывал для гамака. Гамак передумали делать. Потом я хотела вот этот куст выкопать, а что-то жалко стало. Вот это дерево мне вообще не нравится. Сейчас прошу, может, его выкопать. И в этом году Рик разрешил его любимые цветы все выкопать. Вот эти вот. Сейчас уберу. И вот эти кусты, представляете, они уже умерли, наверное, лет 10 назад. Я просто вот так вот взяла их, вот так вот, выдернула, и они все просто оторвались. Вообще никаких усилий абсолютно. Как будто бы они уже сгнившие все были. Вот, вот, видите? Вот эти. Не знаю, выкопаю или нет. Вот эти вот. Сейчас подумаю. Качу вот этот камень. Вот. Рику говорю, ты представляешь, много-много лет назад, а может быть даже где-то сейчас, люди вот так вот работают мотыгой. Вот эти камни таскают на себе. Обалдеть. Фу, когда, знаете, какую-то работу поделаешь, потом говоришь спасибо людям, кто делает такую тяжелую работу. Это очень тяжело. Земельные работы любые. И, конечно, когда вот эти мексиканцы приезжали, здесь работали, большое уважение, конечно, им. Потому что это нечто. Слушайте, правда, что ли, говорят, труд украшает человека? Как вы думаете? Украшает меня или нет? Что я на Анастасию Волочкову вообще не похожа. Ну что, похоже? Так, я сегодня рыбу достала. Пошла ужин готовить. Вот смотрите. Сейчас он их обрежет 2 секунды. Надо же, а. Как легко оказывается. Вот там дерево сбоку он вырубил. Ну, уже не видно его, не показать мне вон там.
Господи, я, знаете, вроде кустик небольшой, а я его вообще не смогла подступиться даже, очень тяжело. А это вообще фигня, видите, как он поднимает? Раз и все, так, ладно, пошла я готовить есть. Так, ну все, я сходила в душ, поменяла платье, сарафан-то вот этот, который я все хвалю. Один стираю, другой ношу, опять снимаю, ношу, меняю их вообще. Это потрясающе. Жду, когда откроется у нас магазин, чтобы их сходить купить. Перед карантином закрыли, они там висели, наверняка так и висят. Действительно, труд красить человека. Еще что людей останавливает вот в таких ситуациях, это то, что вот эти вещи, которые мы продаем, ты должен их сам показывать. Это не модель какая-то, которую ты наймешь, а ты должен это делать сам, потому что модель, чтобы показывала, ты должен платить деньги, а сам показываешь — это бесплатно, значит, ты экономишь какие-то средства. И многим людям стыдно с этими вещами стоять, мерить их на себя, размеры говорить, выглядеть как дура, потому что они до такого не могут снизойти, понимаете, уровня, чтобы стать торговкой, еще на себе вещи показывать. И многих вот это останавливает, потому что они не могут перейти вот эту границу. Я вроде такая классная, тут в Америке живу, успешная, и опуститься до того, чтобы показывать вещи, я это не могу сделать. И поэтому еще многие и хотят эти вещи отдать, чтобы другой-то человек позорился, пусть его там обсирают, всяко обзывают, пусть он стоит этими вещами, трясет, унижается. А я-то хочу только прибыль получить. Я не хочу так унижаться. Я же ведь в России была юристом, адвокатом, врачом, архитектором. И что скажут обо мне близкие, родственники, когда увидят, что вообще уже с ума сошла так опуститься в этой Америке, шмотки показывать.